Евреи в Южной Осетии живут с незапамятных времен. Одним из старинных и живописных уголков Цхинвала был еврейский квартал. Община насчитывала более 2000 человек, большинство из которых жили на южной окраине города. Цхинвальская еврейская община считается самой древней на Кавказе. С местным населением у них всегда были теплые отношения. Они были хорошими ремесленниками, торговцами. У общины была своя действующая синагога, школа, парикмахерская, мастерские по пошиву обуви. В средние века они занимались торговлей как местной, так и международной, о чем свидетельствуют найденные в Цхинвале и в его окрестностях арабские, византийские, турецкие, персидские монеты. В 1664 году царица Мария подарила монастырю Свети-Цхавели 6 крепостных евреев из Цхинвала, занимавшихся торговлей. В конце 18 века царица Дариджан владела в Цхинвале 7 семьями крепостных евреев-торговцев. В документах этого периода упомянуты имена еще нескольких евреев, проживающих в Цхинвале. Сохранилось свидетельство того, что евреи Цхинвала занимались продажей изделий из хлопка. Когда образовалось вот это местечко Цхинвал, оно могло образоваться исключительно как, знаете, как перевалочный пункт для скифов, которые без конца вот через Кавказ тоже проходили Переднюю Азию. У них было несколько путей, и вот один из этих путей был вот отсюда. И, вероятно, когда вот была или особо снежная зима, или что-то, они здесь останавливались и строили здесь крепости. Эта традиция осталась до совершенно новой истории. 16-17 век, вот эта известная крепость, которая была в нашем городе, очень хорошо описана в источниках и даже сохранившаяся частично. Может быть, это было вот такое вот временное поселение, которое постепенно выгодно его положение, особенно торговое положение, было оценено. И здесь вот так вот пошла какая-то торговая как бы фактория, понимаете? И дальше, когда уже город образуется, это в 3 веке, по сведениям тоже более поздним, правда, но все равно сведениям, когда здесь вот этот парфянский царь Асфагур дал статус города этому местечку, да, потому что он заручился поддержкой Алан в династической борьбе. Евреи живут здесь, в общем-то, очень давно. Первое упоминание о Цхинвале, вообще вот письменное источниковеческое упоминание, это в грузинской хронике 13 века. И там как раз упоминается цхинвальский еврей, который там что-то вез или что-то такое. То есть вот еврей именно цхинвальский. Значит, в 13 веке они уже жили. А так как эта хроника, она пишется о Цхинвале как о факте, ничего нового нету, ну как существующий факт, следовательно, это очень давняя история. До 1865 года евреи Цхинвала и прилегавшего к нему района были крепостными, как и абсолютное большинство грузинских евреев, делившихся тогда на три категории – царские, помещичьи и церковные. Так как церковная зависимость считалась самой легкой, то многие евреи при возможности избирали ее. В Цхинвале проживали также и свободные евреи и торговцы, выкупившие себя из крепостной зависимости. На этот период приходится большинство основанных синагог в Цхинвале, что способствовало тому, что к 1880 году окончательно сформировалась структура еврейской общины города. В средние века в Цхинвале местные евреи занимались продажей хлопка. В 18 веке еврейское население города значительно выросло. Грузинские евреи Цхинвала установили связи с евреями Ашкенази в европейской части Российской империи, откуда даже приезжали раввины. Основным языком общения был иврит, далее грузинский и русский, но неплохо владели евреи и остинским языком. Иврит с большим удовольствием изучала и югостинская интеллигенция. Именно с иврита на остинский язык впервые была переведена Библия. Еврейские дома в квартале отличались фасадом. На них были отражены звезды Давида и Миноры. Это было связано с желанием продемонстрировать конфессиональную и этническую принадлежность жителей этого района. До 1917 года евреи играли заметную роль в жизни города. В советское время община Цхинвала продолжала расти. Примерно в это же время была открыта первая Талмуд Тора, в которой учились около 400 учеников не только из города, но и из других населенных пунктов Восточной Грузии. До революции Цхинвал часто называли «вторым Иерусалимом». В начале 20 века евреи были самой большой этнической группой среди населения Цхинвала. Примерно до 1870 года в еврейском квартале Цхинвала работало 7 синагог и религиозные школы.
До 1865 года евреи Цхинвала и прилегавшего к нему района были крепостными, занимавшимися ремеслами и торговлей. Встречались также и свободные евреи, выкупившие себя из крепостной зависимости. Если на начальном этапе советского строительства власти не очень активно вмешивались во внутреннюю жизнь еврейской общины, то с конца 1920 года в качестве своего идеологического противника в среде грузинских евреев они рассматривали религию. Из 7 действующих синагог со временем осталась лишь одна. Несмотря на это, большинство местных евреев продолжали в большей или меньшей степени соблюдать традиционный еврейский образ жизни. Евреи, греки, армяне, грузины – это в мире признанные торговцы. И, естественно, они должны были вот это место использовать. Я так думаю, что евреи испокон веков здесь живут. Они обосновались вот то, что мы называем еврейский квартал. У нас был и армянский квартал, у нас была и Осинская слобода была отдельно проживающая. Насколько вот я, например, со своего детства помню еврейский квартал, он всегда меня лично очень привлекал. Это был средневековый город. Там была очень шумная толпа этих вот евреев. Они вот жили очень тесно. Вот именно средневековый, вот как мы себе представляем, средневековый город, именно вот такое было у них поселение. Между их домами, как мне рассказывали евреи, у них были лавочки, там мастерские, обувные, всякие, вот так вот как-то. Между их домами были подземные ходы. И они сообщались вот через эти подземные ходы. И даже вот в советское время мне рассказывал один еврей, что когда вот у него в лавке была ОБХС, допустим, приходил какой-то товар, ну, левый, правый, не знаю, то он, я, говорит, мальчика посылал, и он сразу пробегал по всей улице, всех предупреждал, и все убирали вот что-то там. Ну, вот такие вот интересные тоже факты всего этого проживания. Жили они очень дружно, шумно, вот именно шумно, вот это было очень такой, правда, было немножко неухоженно, так чисто коммуникации у них были не совсем удачные, но в остальном смотреть на этот город, именно он представлял вот старинку Цхинвала. К сожалению, сейчас от него ничего не осталось, к великому нашему сожалению. Евреи, они, знаете как, они вообще... Для меня, например, цхинвальского человека, это колорит города. От них очень много шло веселых каких-то историй. Они были очень доброжелательные, они были уступчивые. Да, это были торговцы, они умеют это делать, и они это делали. Кроме того, они ремесленники на самом деле. И это тоже они умели делать, мастера там. В 19 веке евреи владели кирпичным заводом и другими предприятиями. Им принадлежали все мануфактурные магазины. В Цхинвале были две пекарни по выпечке мацы, которая считалась лучшей по качеству в Восточной Грузии. Евреями были большинство сапожников, шапочников, портных, пекарей и мясников в Цхинвале. Во-первых, евреи очень коммуникабельный, очень такой народ, умеющий, гибкий и умеющий жить со всеми, лавировать и так далее. Это, по-моему, единственная такая нация, которая уживается со всеми другими национальностями. Это другие, может, с ними не уживаются, но они уживаются со всеми. Особенно 60-е годы – это был период, когда евреи стали в городе покупать дома. И лично на нашу улицу переехало около 5 или 6 еврейских семей. И этот процесс продолжался. А их дома скупали наши приезжие осетины из деревень, которые переселялись в город жить. Вероятно, тогда они очень хорошо жили, эти евреи, потому что именно в это время, в конце 50-х годов, они строят свою синагогу. И это была первая в Советском Союзе разрешенная синагога. То есть впервые в Советском Союзе построили синагогу у нас, евреи. Но вот там, где они ее построили, там была старая синагога, какая-то очень старая. И когда они ее строили, вот фундамент, все такое, они это зафиксировали, ну, оставили так.
сейчас эта синагога там стоит. Лишь в 1970-х годах евреи начинают возвращаться на историческую родину. Эта тенденция была связана не с экономической ситуацией и не с антисемитизмом, потому что в Схинвале не было межэтнических столкновений и разногласий. Несмотря на эмиграцию, в конце 80-х годов в Южной Осетии оставалось довольно много евреев. Именно в этот период началась грузино-осетинская война. Вся красота еврейского квартала была уничтожена. Сотни людей погибли в те дни. Еврейский квартал был разрушен, тысячи евреев оставили свои дома и покинули Схинвал. Во время войны 2008 года еврейский квартал снова попал в самый центр обстрела и был почти стерт с лица земли.